Мне 19 лет. Работаю. Пока не учусь, только работаю. Летом собираюсь поступить. Где работаете? Кем работаете? Работаю официантом в кафе «Кореане» фамилия. Я там уже почти год работаю. Когда дали работать именно заведением, четко, начали мы тогда работать с 8 до 8 вечера. Вот тогда, получается, вышел какой-то этот, статья или кто-то сказал, что вот собака помогает, покушайте его, и после этого очень большой спрос пошел, типа, вот, типа, у нас слишком много уходило, но рекорды были, скажем, даже, потому что у нас больше ничего не продавалось, прям, могу сказать, редко что-то другое продавалось. У нас на выносы работали очень много, в больнице очень много заказывали. В одну больницу, например, 10 литров или 20 литров просто уходило. Каждый день по 100 литров этими мы варили, там, получается, варили собаку. 5 раз. А собака, скорее всего, за ней ухаживали, то есть это специальное место, наверное, чтобы... А у нас, получается, есть такое место, где выращивают собаку. Собака должна быть обязательно с детства выращивания, кушать только рис давать ее. Потому что внутри у нее все очищаться и чисто, чтобы было. Также у нас имеется документ, подтверждающий, что собака не является, что у нее нет заразных болезней, или что она не где-то похвачена просто на улице. Насколько я знаю, от коронавируса говорили, от коронавируса, что оно помогает. Но это не так. Оно помогает на легкие, на другие заболевания, типа, например, если вы кашляете, если у вас грипп, оно, да, поможет. Именно суп, а не то, что жарится. А если у вас именно коронавирус, и оно никак вам не поможет, потому что это совсем уже другое. На коронавирус совсем другие спросы идут, на другие лечения, но только не собака. Вот. Елка. Белая самая первая у нас появилась вот эта. Она была щеночком. На мусорке их было двое. Истощенные щенки. Кобеля мы пристроили, а девочку никто не захотел брать. Поэтому она у нас осталась. Но мы ее стерилизовали. Все собаки, которые у нас, все девочки. Потому что люди не любят мальчиков. В основном берут кобелей. А девочки, то, что рожают постоянно. Но все наши собаки, они стерилизованы. Это белая собачка. Иди сюда. Она была подобрана на ужском рынке с щенками. У нее сломана лапа. Щенков мы пристроили. Ее стерилизовали. Но тоже шансов пристроить их нет. Та собака, она тоже как раз-таки появилась у нас во время карантина. У нее тоже была травма. Ее тоже не удалось пристроить. Вообще, вот во время карантина многие люди начали на улице выбрасывать, да, потому что, ну, говорили, что они переносчики, на самом деле собаки не болеют. А, ну, у нас не только собак, и кошек стали выбрасывать. Поэтому... Это потерпели. Кого удается пристроить, пристраиваем, кого не удается, оставляем. Ну, вот, собственно, из-за этого мы и переехали в частный дом, чтобы они нашли место, да. Ну, вообще много для них не требуется, достаточно один раз в сутки плотно кормить, и все. Ну, они вот живут у нас, каждый день варим.
кастрюлю каши кормим их, потому что домашней едой не выкормишь такое количество. Да, Кнопа? А вот у вас с детства, да, вот любовь к собакам? Да, у нас вот и тоже юный волонтер растет, он тоже у нас подбирает, приносит постоянно домой. Мы их купаем, обрабатываем. Лечили, да? Да, лечили. Было очень тяжело добираться до клиник. Мы брали разрешение, пытались найти выход, доезжали до клиник. Многие клиники не работали. Опять-таки волонтеры же кормят, выходят собак. Из-за того, что нельзя было выходить, да, вечером после 8 часов, нельзя. Многие животные остались без еды. Волонтеры не выходили, соответственно, днем их не увидишь. И вот стали выходить уже в жилмассивов в этажки. В этажках стали вот по собачьей свадьбе, по 8, по 10 собак, постоянный лай, как бы, ну, стало заметно, что людей нет. Собаки это поняли, что вечером можно спокойно гулять, и прям стаями стали ходить. И как раз в это время очень хорошо работали службы по отстрелу, убивали их, прям в большом количестве убивали. Кого удавалось спасти, спасали. Самое, так скажем, плохо то, что они были животные, которых просто не добили. Не добили, они мучились. Таких животных мы, естественно, вытаскивали дробь, возили в клиники, лечили. Кого смогли, спасли, забрали. Сын у меня тоже часто таскает. У нас здесь на БЧК есть водосборник. Такое укромное место, так скажем, безлюдное. Туда очень часто выбрасывают, очень много выбрасывают. Мы с собаками гуляем, ну, на поводках, выходим гулять, и часто бывает. Оттуда приносим, он со школы идет, бывает, коробочку захватит, котят, щенков. Ну, отмываем, этот, обрабатываем отблок, листок, выстраиваем. Еще во время карантина же пошел такой слух, что животные, именно собачий жир, собачье мясо лечит. На самом деле это нет, это не так. Если мясо собаки плохо обработано, это не то, чтобы полезно, это даже опасно. Болезни, эхинокоз, как бы можно подцепить. Но люди не понимают, думают, что... Да? И что? Таких тоже много было собак, прям наповально ели. Да? Обнимашки. Обнимашки. Они уже знают некоторые команды, лапу дают, знают, во сколько мы их кормим, лезут обниматься каждый, да? А что вы обычно им готовите? Мы варим куриные спинки, крылышки, требуха, мясные обрези, покупаем на рынках, остатки от мяса. Ну вот. Можешь дать? Обязательно каждому по мясу. Даю. Услышали, услышали. Услышали, что кушать, услышали, да? Воды тоже принеси, поплохо. Пойди, пойди. Пойди. Иди. На. Каждый отдельно, потому что я не прихожу. Thank you.
Ана эч ким айтпады. Жокко мен эле машинанын менен тартпайбыз. Эмне жөндөсүн? Документтерди эмне деп? Бүгүн түсмөн эме? Күндөгүдөй эле. Ичинде 500 мендей болду. Өнчө в основном кечкисин көбүрөөк болуп табызактар. Бүгүнкү смена аяктады, үйгө кеттик эми. Негизи көчөк сменинде ковидке барган жокпуз. Ковидный больнойлорго ташырган жокпуз. Бирок буга чейин көп эле жеткизип жүрдүк. Жети жыл болуп калды. Башына келгенден айырма бар. Башында өтө деле айырма жок. Кирген ушундай эле болчу. Азыр мурункудай эле ошо вызовтор кандай болсо ошондой. Боюнча вызовтор көбөйдү. Бул экинчи волнасында анчалык көп билинген жокмун. Биринчи волнасында аябай кыйын болду да. Биринчи волнасында көп эл түшүнүк жок оору боюнча. Эстолардагы больницаларда жок калып батпат. Биринчиси аябай волнасы кыйын болду. Мунусунда кичине нормалдуураак. Элдер эрте кайрылып больницага. Ошо самолечение болбойт да. Ошо жаңы эле айткандай эле врачка эле кайрылыш керек. Түз эле. Самолечение жана иттин этин жешип анан немелерди жеп ар кайсы болбойт да эми ал медицинский точки зрения эме да болбойт деген эме да. Кээ бир ошентип күчөтүп ишет анан уже айыкканда да кыйын болуп атат да. Унтуп бараттыр аны. Mm-hmm.